Привет, ребят! Попал к нам на рассмотрение игру к никам Сокол из полка Эгоис. Если честно, блядь, заебали вы читерить в полках уже. Куда смотрит ваше руководство? Не могу сказать. Смотрим уже этого. Сейчас будет Абрамса высматривать. Смотрите, вот Абрамс двигается. Оп. Просвет Абрамса. И мы смотрим. Есть ли столько тут Абрамс? Это ж тайминги, ёп, потомазы. Какой же ты спортсмен, блядь. И опять мы смотрим тайминги. Нет ли тут какого-нибудь Абрамса? Не проезжает ли Абрамс тут? Это уже всегда танки едут, блядь, в полковых боях. Вот здесь особенности. Уже время, ж ё-моё, 2:00. Уже же должны быть танки вот здесь вот, да? Откуда ты, сука, знаешь, что он именно там стал, что он отъехал ни левее, ни правее? А вот Леопард еще двигается к нему. А это у тебя что сработало? Чуйка? Или что у тебя? МХ-40. Да видишь ты, сука, видишь ты игроков, видишь. Это что у нас такое? Опять тайминги? На всякий случай смотрит игрок, да? Вот на всякий пожарный. Блять, посмотрю-ка я туда, на всякий пожарный. А вдруг там танки стоят? Точно, ё-моё! Абрамс! Вот это да. Ну гляну-ка я ее вот сюда. Вдруг там Леопард едет, ну? А вдруг? Просто вот на всякий случай посмотрю. А вдруг он объезжает? Вот мой напарник слепой, хоть, блядь, ему ты что делаешь? А вот она МХ-40. Как же ж, блин, тоже чуйка, да, сработала? Ух! У тебя прям, я не знаю, блядь, ну как вот, сука, ну видишь ты танки, видишь. Угу. Дай пощупаю, да? Ой, ой, я танк нащупал, надо стрельнуть. Ага, только он что-то смещается, а ты за ним прицелом водишь. Ой-ой-ой, вот он, Леопард. Я про тебя уже и забыл. На тебе, сука. Как же вы уже задолбали, сука, читерить, а? Сколько ж можно? На тебе, щиты тебя не спасли. Какие ж вы рукожопы, сука, какие ж вы, блядь, донные. Я офигею, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Но вы-то знаете, что вы, сука, на читах играете. Вы же днища полная, днища. Я не знаю, сука. Знать, блядь, прекрасно понимать. Еще и отмазываться, что я честный, блядь. Как недавно в одном полку. Ой. Вот так вот, Эгоис. В вашем полку читер. Надеюсь, вы примете правильное решение. Спасибо, ребят, всем за внимание. За понимание и за поддержку. До новых встреч. Пока-пока.